нашим нитью железа найти с ускорением в тысячу раз. В рамках своей юбилейной программы Валерий Леонтьев заглянул в «Орел». С настоящим концертным залом наш город показался ему гораздо милее, хотя само место выступления для него не принципиально. Кстати, Валерий Леонтьев для общения с журналистами открыт. Вот только концерты отнимают у него много сил. Поэтому-то и порадовать орловских акул пера пресс-конференции не смог. Существует даже легенда, что в гримерной звезды окна всегда закрыты плотной черной тканью, чтобы не сбивать биологические ритмы. Ведь живет он по американскому времени. В этом году у меня огромные неприятности. Я отмечаю юбилей. И хочу вам признаться, что терпеть не могу юбилеи и все, что с ними связано. Но, увы, 40 лет не та цифра, от которой можно легко отмахнуться. Я надеюсь, вы понимаете, что речь идет не о моем биологическом возрасте, а о годах, прожитых на сцене. Но поверить в то, что бродяга любви Казанова на сцене уже 40 лет, просто невозможно. Энергетика артиста уже с первой песни завела публику. И несмотря на то, что юбилеи Леонтьев не любит, отмечать их концертными выступлениями все равно приходится. Вместе! Анна Немолякина и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».